Я по профессии инженер-автоматчик. Это автоматизация технологических процессов. В советское время мы одни из первых были, которые начали осваивать ЭВМ, электронно-вычислительные машины. Сейчас это компьютеры для нас. Ну, мне несложно было освоить сварочное дело. Вот, я начал реставрировать старые автобусы, приводить их в рабочее состояние, их усовершенствовать. И на этом, естественно, я зарабатывал себе на хлеб. А потом я познакомился с Нодари Сурманидзе, тоже очень талантливый кузнец. Я у него обучился кузнечному делу. Работы трудной не бывает. Если вы работу любите, то можете работать сутками. У меня такое было. У меня рекорд есть 48 часов без остановки. На сегодняшний день очень много возможностей для того, чтобы работать с металлом. Вот. Это уже готовые изделия, в магазинах продаются, это литье, кованые фигуры. Вот. Но наш цех на данный момент, он не оснащен горном, это горн, где греется металл и вручную готовится любое изделие. Вот. Но это в будущем. Самые такие значимые работы, это меня пригласили на проект при Саакашвили, фирма Dia Amo. Вот, я был ведущим специалистом этой фирмы, и мы выполнили заказ парламента Грузии, ворота сдали. Вот, потом нам дали резиденцию Саакашвили, мы обслужили этот проект тоже. Ну, мы находимся в доме моего деда. Вот, я оставил Батуми, оставил батумскую деятельность, приехал в деревню, чтобы восстановить, реставрировать деда дом и продолжить жить уже в деревне.